О, привет, Ютуб. А да что ты? Чих-паук, что ли? Бима, давай мыть попу. Давай мыть попу. О, забиву, забив. Мало хп. Тихо. У меня штаны есть или что? У меня какой-то брони не хватает. Че он там? Крыса, а. Или бы он просто... Да, у меня какой-то брони нету. Я даун, играю говном. Ну стой, ну да, ну Понятно, у меня не было, короче, нагрудника и штанов не было. Ну спасибо, игра, спасибо. Бежим, бежим, бежим. Он тут упал, кстати. О, повезло, повезло. Смотрите, быстро обман, зрение, понос, глисты. Погнал. Опа, залагал! Залагал, чепушила! Залагал! Минус тотем! Пыши! В КТ нельзя же! О, можно! Тотем! Там тотем! Там тотем! Паутина! Епа! Там тотем! Стрелы! Дюпер или что это? Честно, давно не играл на дошике. И я хочу... Там еще что ли тотем? Да! Просто как его забайтил! Это капец! Это просто капец! А если именно ты досмотрел этот видеоролик до этого момента, то тогда тебе нужно перейти в мою беседу, которую я только что создал. Вот. Поэтому переходи сюда. Именно отсюда я буду выбирать челиков либо для роликов, значения не имеет, или просто пообщаться со мной там, ну, вы поняли. Так что ссылка в описании, я вас жду. Опа, ха-ха-ха, вы думали то, что будет продолжение ролика? Нет! А все почему? Потому что на дошике снимать невозможно, как играть, так и снимать. Я потэпал все ПРТП, посливал все вещи, меня убили геймпадеры, читеры, и я просто... ничего не заснял больше, вот. Так что ждите роликов других на другом сервере, если все получится. Если не получится, то я не знаю, что вообще делать. Ладно, в любом случае, всем хорошего настроения и всем пока-пока. Челик сказал ТП, дам подгон, и я к нему тэпнулся. И вот что из этого получилось. Ай-яй-яй, какой плохой мальчик. Что он делает? Ай-яй-яй. Оп, а кто же это? Бэтмен! Так, что это мы тут закипишь? Человек 8 просто так с собой пиздится. Так, здесь вообще ничего не понятно. Везде все, каждый друг друга бьет. Никто не в клане. Это просто какое-то лютое месиво. Но тут, в принципе, определено, кто за кого, кто и где что. Тут еще какие-то стартеры прибежали. То есть они очень сильно мешаются. Пусть он там посидит, подумает над своим поведением. Так, кто тут у нас самый слабый? Надо сначала гасить тех, у кого мало хп. И те... которые вызывают много проблем тем, что не просто мешаются. В принципе, тут Мурчика можно загасить, видите, у него 13 хп. И он вроде бы... А нет, он с тотемом. Но это ничего страшного, типа, спокойно его можно снести. Так, есть уже минус тотем. А, все, он тотем не поставил, получается. Или я вообще не понял, что произошло. Либо у него просто залагалось. Так, у донатера 5 хп. Быстро добить! Нет, я тотем не успел снять, ребята. Я без понятия, сколько у кого тотемов, кто вообще где, за кого вообще ничего не понятно. Мы сейчас прошли еще в жимку. Это просто какой-то трешак, ребята. Это просто трешак какой-то. Что происходит? Просто что происходит? Тут еще какой-то чел, которого даже КД не прошел, просто мешается.
целых 5 минут мы до сих пор с ним пехаемся, никто никого не сливает, только броня ломается, просто все ресурсы в минус, просто в минус, все тотемы, вся броня, абсолютно все. Сейчас, если у нас ничего не получится, а у нас ничего не получится, потому что у нас осталось двое против троих или четверых, я даже уже не понял, и мы, конечно же, ливаем. Желательно сейчас отремонтировать броню и вернуться, но вряд ли, потому что, скорее всего, уже все ливнут. Я тут сижу такой, чилю, тут челик пришел. Так, на уверенности залетает спокойненько, вообще ни о чем не волнуется. Так, чисто, вообще, на пофиге тотем слетает у него просто. Ну так, чисто по приколу. Ну все, это минус тотем и минус ты, крита... А, ну, сохранение инвентаря у него. Чисто гангстерский разбор в Майнкрафте. Так, давайте вот это мы сейчас быстренько сольем. Все, минус. Ух, ребята, не нравится мне снова все это, потому что это ни к чему вообще не приведет. Все опять будут ливать, все опять будут хилиться. У всех, блин, до хера тотемов, яблок. Я не понимаю, почему все так сложно. Просто какая-то дичь здесь происходит. Вообще, у челик вот 40 хп. Так чисто вообще на релаксе, пацанчик. Просто пипец. Еще меня тут вдвоем зажимают. Ну так, по приколу чисто. Да, третий пришел. А, у него КД нету. Просто, блин, ребята, я в шоке. Опять сели. Вот. Ну все, он куда-то ливнул просто. Ну опять все разбежались. Так, чисто попинались друг другу. Тотемы, яблоки, броню поломали. И все, все сбежали.